Добрый день. Сейчас мы сделаем пакет трейсер 12.6.1. Что нам тут нужно будет делать? У нас есть вот такая вот сеть. У нас есть 7, да, ведь 7, да, 7 компьютеров, подключенных к какой-то неизвестной нам сети. И еще сервер. Что нам нужно сделать? Нам нужно полностью воссоздать эту сеть с нуля. Ну и также еще ответить на вопросы и создать вот эту вот таблицу. То есть ее полностью заполнить. Итак, как мы это делаем? Мы перед этим учили такую штуку, как OSPF. Смотрите, я добавил уже все компьютеры и сервер. Давайте начнем. Открываем первый компьютер, смотрим его IP-конфигурацию. У нас никаких ни IP-адресов, ничего не дано. Мы видим, что здесь настроен дефолт gateway какой-то, куда-то. То есть он подключен к какому-то роутеру. И у этого роутера такой дефолт gateway. Давайте скопируем этот дефолт gateway. И зайдем в непрограмминг. Смотрим, так, это ПК, десктоп, зайдем в командную строку, и здесь с помощью telnet, подключимся к этому роутеру. Отлично. Пароль у нас для подключения всегда Cisco, enable, пароль для привилегированного режима у нас класс. Они где-то здесь должны быть написаны. Не знаю, возможно, где-то написаны, но если что, пароль для входа Cisco, для... О, написаны, вот. Ну и тут говорится, что по телнету подключаемся. Отлично, мы подключились к какому-то бранч-серверу. Давайте пропишем show version и посмотрим, что это вообще такое. Так, это у нас... Это у нас, сейчас я найду, где оно. Должно быть написано, что это за устройство. Прошивка. Сейчас найдем это. Во, нашли. Это у нас Cisco ASR 4321. Вот он. 4321. Роутер. Давайте его добавим сюда. Это у нас ПК1. Ну, тут ПК0. Потом можно будет переименовать. Он подключен к этому роутеру. Давайте их подключим. А как выбрать, куда подключен он? Для этого... Мы show IP interfaces. Show IP interface. Нет, это не то. Show. Давайте сразу CDP neighbors. Show CDP neighbors. Посмотрим, какие у него вообще есть соседи у этого роутера. Роутер мы добавили. Смотрим. У нас есть еще хаб, есть какой-то switch и все. То есть он подключен к двум устройствам. То есть между ПК и роутером еще есть какое-то устройство. Так, секунду. И это switch. Show CDP neighbors detail. Можно посмотреть IP-адрес этого switch. Вот он. Скопируем его. Копи. И давайте к нему подключимся. Telnet. И вставляем IP-адрес свеча. Пароль Cisco. Enable. Класс. Хорошо. Мы подключились к какому-то свечу. Давайте посмотрим, что это за свеч. Show. Version. Опять-таки листаем вниз. И Cisco VSC960. Так, смотрим свечи. 2960. 2960. Вот он. Он у нас находится между вот этими устройствами. Отлично. Show IP route. А, стоп, это же switch, мы не можем тут show IP route. Давайте вернемся на маршрутизатор. Вот мы вернулись. Show IP route. И можем здесь посмотреть IP-адреса и интерфейсы, которыми они подключены. Так, IP-адрес свеча мы знаем, мы его только что вводили.
Он у нас 192, 168, 1, 252. Смотрим. Так, 1. Не вижу я его. 1, 1, 1. Хорошо, мы же можем еще и show CDP neighbors посмотреть. Здесь тоже интерфейс. Так, local interface. Это switch. Гигабит интернет 3.0. Выбираем switch. Точнее, сначала роутер. Гигабит интернет 3.0. А там это G01. G01. Все. Подключили первые два устройства. Теперь нам нужно switch подключить к ПК. Это делается также. На свече нужно было neighbors прописать. Давайте, допустим, пока что подключим так, если что, потом поменяем. Хорошо. Теперь нам нужно понять, что дальше. Роутер у нас подключен к какому-то хабу. Хаб это, очевидно, тоже роутер. Давай, show CDP neighbors detail. Посмотрим, у хаба вот такой вот IP-адрес. Копируем его. Telnet. И вводим IP-адрес. Cisco. Ой, стоп. Ctrl-Shift-6. Вот черт. Оно начало транслировать, и мы, к сожалению, это не можем остановить. Единственное, придется ждать. Давайте подождем, пока оно прекратит трансляцию. Можно пока что с другими пока делать то же самое. То есть опять так же делать это все. Десктоп. И конфигурация. Здесь дефолт GTV не прописан вообще. Нужно будет с этого пока исследовать. Давайте поищем, может, он где-то есть. Нету. А, стоп, я же не то смотрю. Конечно, там нету. Во. И здесь какой-то еще маршрутизатор. Так, ПК-2 у нас, да? Давайте откроем. Командная строка. Telnet. Ой, стоп, я не ввел адрес. Telnet и адрес, к которому подключаться. О, у нас тут наконец-то прекратило трансляцию. Извиняюсь, что я печатался. Enable класс. Все. Это мы подключились к чему? Стоп. Почему у нас скопировался не тот адрес? Я же скопировал другой. Сейчас. Мы вот это нужно подключиться. Exit. Paste. Наконец-то мы к хабу подключились. Cisco. Enable. Класс. Хорошо. К хабу мы подключились. И давайте show version. Смотрим версию. На самом деле это без толку, потому что у нас все маршрутизаторы одинаковые. Да. ASR 4.3.2.1. Можно потом уже этого не делать, не писать show version, потому что у нас все маршрутизаторы, все свечи одинаковых версий. Маршрутизаторы у нас получается 4.3.2.1, вот эти вот. А свечи у нас 2.960. Все. Ну и также можно прописать show CDP neighbors. Итак, мы видим, что у нас хаб. Вот этот хаб, его можно переименовать сюда дважды. Хаб. Подключен к нашему роутеру. У нас какой был? Хаб. До этого switch branch 1. К branch 1 хаб подключен через серийный 0.1.0 к серийному 0.1.0. И если мы попытаемся его подключить, серийный порт, где у нас, вот серийный, мы увидим, что серийных портов у нас нету. Что с этим делать? Это потому, что у нас новая топология и не настроены девайсы. Давайте откроем хаб, выключим его, возьмем, тут уже сразу выбран, если что, физические модули, здесь выбираем серийные, и вот так он выглядит, добавляем серийные порты. Можно сразу несколько добавить, например, в хабе точно несколько понадобится. И включаем обратно. Все, он обратно включился. И теперь мы можем подключиться через серийный 0.1.0 получается, да? Да, 0.1.0 к роутеру 0.1.0.
Ага, в роутере мы все равно не выбрали. В роутере тоже открываем, выключаем. Выключаем. Добавляем расширение и выключаем. Ой, включаем обратно. И теперь можем подключать 0.1.0 к 0.1.0. Вот так вот. Отлично. И таким же образом мы делаем дальше. Я надеюсь, вам все понятно, как это делать. То есть мы просто... Можно делать пинги для проверки. Можно делать трейс-роутер, чтобы проверить количество переходов. Эти девайсы не нужно настраивать. То есть вы настраиваете и все делаете в этой топологии. А тут вы просто их располагаете так, как они расположены. Ну, так как они подключены, подключаете. Располагать можно как угодно. Сейчас я покажу вам уже готовую топологию. Сейчас все настрою и покажу. Все, вот у нас готовая топология. Это было довольно долго это все настраивать и подключать. Итак, роутер у нас сеть 4.3.2.1, свечи в сеть 2960. А также я подписал здесь некоторые сети, устройства и так далее. А здесь VLAN-ы подписал, какие есть. Если что подписывать, это вот это вот. Можно вот так вот что-то ввести. И вот так вот можно двигать его, да. Да. Все, удалили это. Так, что еще объяснять? По сути, ничего. Как это все делать, я показывал. То есть, для проверки от TraceRoute, если что, использовал. А для подключения чисто OSPF все проверял. И подключался каждый раз к следующему устройству. И таким образом я добавлял по новому устройству. И нужные порты подключал. Ничего особо в этом сложного нету. Как IP-адресацию посмотреть? IP-адресацию просто show run, show running config можно, или show IP и так далее. Все эти команды вы тоже должны знать. Сделайте вот эту таблицу обязательно. По вот этому это легко заполнить. И еще, чтобы вам было проще, если вы что-то запутались, я сейчас покажу, какие тут интерфейсы подключены. Preferences. Always show interfaces. Вот, я надеюсь, вы можете на паузу поставить, хорошо видно. Какие тут есть интерфейсы? Ну-ка, тут можно приблизить? Видимо, нет. Так, надеюсь, никакие интерфейсы не прикрыты. В общем, появились вот эти вот белые плашки с интерфейсами всеми. Все, наверное... А, вот тут у нас перекрыты. Тут 21.22, 21.22. Здесь получается... не вижу. 19.20, 24, 23.24. Да, вот так вот. Если что, можете прописать все команды, все это вы должны знать. Хорошо, вот такая у нас по сути получается сеть. Делайте это все, делайте по заданию, OSPF, проверяйте. Довольно долгое, но интересное задание. На этом все, пока.